Глеб, хочу тебе записать вообще душевную благодарность за то, что я оказался вот в таком вот офигительном просто месте. Вот, без тебя бы у меня это точно не получилось. Очень много ты мне помог из моей башки вычистить мусора. Вот, и самое главное, вера в себя, которая у меня была когда-то очень, ну, потеряна, скажем так, она вернулась. То есть я понял, что мне не надо кого-то разрешения спрашивать, просто вот я могу просто делать, что хочу, и это прям очень круто. И тебе за это прям отдельный респект. Смотри, как тут у меня красиво. Вот, и благодаря тебе, кстати говоря, я попал на ретрит. Ты был точно одним из тех людей, которые в этом приняли участие, поэтому тебе отдельные условия, приезжай, тебя будет вообще супер лакшери. И та информация, которая мне от грибов сейчас приходит, те знания, я их буду применять через ретриты, и вот ты будешь одним из первых, кому это будет честь предложена.